Всем привет, уважаемые подписчики моего канала. Как вы уже поняли по заставке, которая сейчас на заднем фоне, я начинаю проходить игру своего детства Call of Duty 2. Полетели. В детстве была эта игра моя самая любимая, не считая Call of Duty Modern Warfare 2. Ладно, поехали. Давайте, чё, думаю, выберем первое. Будем вспоминать по чуть-чуть. Пройдем на новобранца. Если будет желание, пройду и на другом уровне сложности. 1939 год. Армии нацистской Германии начинают завоевание. Думаю, это не будем все, так скажем, играть. И пропускать, скажем. 16 декабря 1941 года. Битва под Москвой. Если хотите выжить, слушайте меня! Подойдите к столу и возьмите оружие! Надо двигаться быстрее, товарищ. И тебе нужно настоящее оружие, чтобы убивать фашистов. Окей. На компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Теперь иди на склад и получи пистолет и винтовку. Хорошо. Теперь вернитесь и доложите комиссару. Хорошо, товарищ. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Ну, посмотрим, как ты стреляешь. Целься в мишень! Так, работаем. Стреляем по каскам. Козлов! Мишень вон там! Теперь другую! Пистолеты и автоматы годятся только для стрельбы на ближних дистанциях. Если цель далеко, бери винтовку. Упс, случайно. Сорян. Ну а я что делаю? Очень хорошо. Неплохо. Очень хорошо. Неплохо. Козлов, хватит. Теперь испытание на время. У тебя 15 секунд на то, чтобы сбить все каски. Готов? Огонь! Не попал. Так, отлично. Теперь иди сюда и ударь по мишени приклада. Хватит, товарищи. Подойдите сюда и возьмите гранаты. Это же картошка, товарищ комиссар. Почему у нас картошка вместо гранат? Потому что настоящих гранат у нас слишком мало. Граната должна прикончить фашиста, понял? Так точно, товарищ комиссар, виноват. Теперь бросайте картошку в мишени. Хороший бросок. Все. Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! У нас тут пленный. Вот. Блин, тут бегать можно? Я что-то не помню. Немцы готовятся атаковать с юго-восточной стороны! Это не шутки!
подвале дома на восточной стороне находится оружейный склад. Идите, наберите там боеприпасов. Я останусь здесь, присмотрю за нашим гостем. Помните, чему вас учили? Вперед! Ну, поменяем. Поехали. Поднимаемся. Вообще на изи лохов. Так, поменяем оружие. Тут было чётенькое. Вот это. Поехали. Где? Блин. Мне надо сейчас по-быстренькому махнуть сенсу. Так. Или здесь нету такого пункта. Вот. Просто неудобно. Так, где? Чуть повыше. Такой сойдет, ладно. Ой, сорян, брат. Все, закладываем. Угу, все, бежим. Отлично. Черт. Я думал, нас тут просто учат. Помни, быстрее всего учишься в настоящем сражении. Окей. Поехали, следующую. В принципе, не так сложно. Уровень сложности легкий. Ой-ой, зажали. Вот, вот этот надо использовать. Блин, а тут бегать нельзя никак.
Сейчас надо поменять оружие. Иди сюда. Соло. Надо будет уровень сложности поменять, потому что они слишком легкие. Ладно. Там вроде винтовка лежала. Вот она. А к черту, оружие. Так, все нормально. Бежим. Кто меня стреляет-то, ё-моё? Упс. Получи гранату, пошли. Чё мы делаем-то? А, там вообще где-то метка эта, стрелка. Или где? Сорян.
У кого? У тебя? Окей. Без проблем. Окей. К меню выбору задание теперь доступна британская компания. Хорошо. Поехали, следующее задание. Сталинград. Читать я не буду это все. Слушать точнее. Сразу идем. Следующее задание. Топить. Козлов, нужно наладить связь. Иди со вторым отрядом и устрани разрыв кабеля. Мы с первым отрядом займемся этими зданиями. Встретимся с той стороны. Действуй! Окей. Опс. Опс. Отлично. Кто там орёт?
Так, вот еще гниды. До свидания. Да на тебе, давай. В рукопашку. Козел. Окей. Куда дальше? А, вот. Ой-ой-ой. Тихо, спокуха. Ой, сори, брат. Набросаем гранат. Здесь что, всех убили? Нифига. Так, я вижу, там танк надо взорвать. Погнали, взорвем. Обычные гранаты пуль не наносят урон танкам. Окей. Так, братиш, я тебе установил тут сюрприз. Пока. Бабах. Не до конца что-то взорвался. А, там наш, что ли, пошел взрывать его? Куда они залазят, блин? Тихо. Еще второй танк, ё-моё. Откуда же у вас столько здесь? Ну-ка, пойдем взрывать его. Все. Готов. Наверное. Нет. Ну, сейчас его, значит, взорвут. Ну, я ж сейчас стрелял, алё. Так, закладываем, братишка. Так, чё, танк взрываем? Взорвали? Отлично.
Все, еще одну миссию прошли. Где? Туда? Окей. Отлично, еще прошли миссию одну. Поехали сразу следующую. Трубопровод. Полетели. В трубе теперь мы будем фигачить фашистов из нее. Никого не видно. Изи. Уничтожил лохов. Оп, минус наши. А я на мужика, пацаны. Мне насрать. Пофигу. Так, там наши, я так понимаю, да? Ну и красавчики. Уничтожил лохов. Иду. Что? Хз, не понимаю. Чё-то иду, дорогой. Никого нету здесь. Окей. Вон, я уже вижу выход. Ага, удачи, пацаны. Лохи. Так, отлично. Выбрались. Отлично. Окей. Так, еще должны вроде пройти. Прыгай. А, и ну и даун. Кто там? Вы остановить их убить не можете.
Ребят, не стесняемся, взрываемся. Кого ты там стреляешь? Крыса. Кто? Откуда? Ой-ой-ой-ой. Вот и все. Первая смерть, ребята. Слишком поторопился. Взорвитесь вы там нахер. Так, я в домике. Ух ты, вас тут. Слишком много вас тут. Пацаны, поиграйте с гранатами пока что. Чё тут бегаешь? Упс, бежим. Еще и танк здесь есть. Оп-оп-оп, на цыпочках. До свидания. Бежим, 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 бежим. А, это немцы, что ли? Я думал, наши. Закинуем подарочки. На, еще смог. Что ты прибежала? Фриц. Фига себе, херачит. Блин, зря я, конечно, смог закинул. Чё последний оставался, я уже закинул напоследок. Блин, неужели здесь нельзя бегать? Блин, сидят, а? Все, нету? Отлично.
Бегает, бегает, говнюк. На тебе, ублюдок сраный. Отлично. Следующее задание. Поехали. Так, не слушаем ничего, идем дальше. Проходим Call of Duty 2. Фашисты захватили несколько домов на этой улице. Наш долг — отбить у них эти здания, а потом уничтожить склад боеприпасов под руком Совета. Окей. Где-то тут? А, вот. Давай, взрывайся. Выходим. Ёкарный бабай. Сколько ж там гранат? Где, ну? А вон танк вижу. Окей, я ушел. Найс. Танк подорвать. Хорошо, сейчас сделаем. Тут в доме никого нет у нас.
Упс, 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 упс. Ливаем. Найс. Взорвал своего же дурак. Блин, я так сейчас сдохну. Надо всех фашистов убить. И где-то там. Поднимаемся. Закладываем и бежим. Так, где еще гниды? Где-то туда нам надо еще идти. Так, да, правильно. Окей, следующая миссия, поехали. Задание. Горсовет. Десантура, на! На, на. Тихо. Тихо, тихо, пацан, меня не трогать. Я в домике. Здравствуйте. Упс, случайно. Сорян, брат. Взрываем. Садимся. Ждем. Гайд, как взорвать дверь. Так, заходим здесь. Нужно зачистить здание. Вперед, товарищи. А, все, так, так быстро. Лоль. Окей. Товарищ снайпер. Окей. Ой, сорян, блин, а, вот тороплюсь. Опа. Давай, где он? Где он? Там где-то. Дом слева, четвертый этаж. Стоп, стоп, не то, не то. Вот он. Козел. Готов? Нет, алло, попал же по нему, нет? Ну, выходи, гад. Что?
Что за прикол? Почему я не попадаю? Я попал в него 4 раза. В гниду эту. Четвертый этаж, ну. Да знаю, я понял. Все, сдохл. Ублюдок. Бесячий. Ну, гниды. Все, я зачистил. Заходите, пацаны, все чисто. А ты откуда, гнида, взялся? Верхний этаж захвачен. Да это я соло все сделал. Товарищи, здание захвачено. Теперь нужно подготовиться к контратаке. Занять оборонительные позиции. Отразите атаки врага. Осталось 4, хорошо. Выйти никак нельзя, ну ладно. Пусть они поближе подойдут, так неудобно стрелять. Я буду ждать их здесь. Пусть заходят, я не боюсь. Гниды, идите сюда. Потому что на дальней дистанции стреляться с ними нет смысла. Отразите атаки врага, осталось 3. Я думаю, что это и не атака вовсе была. Так, бежит гнида. А вот. Давай, прыгай. Уродец. Осталось 2, окей. Я-то что могу сделать? Как пасхалочка. Давайте, скучная миссия. Осталось 1, давайте, быстрее, скучно, очень, очень скучно, ребят. Это что такое еще? А, то танки, что ли? Их, типа, уничтожить, да, надо?
Ладно, я, короче, наверх пошел. Я вас жду, пацаны, сверху все. А, дурачки. Вообще на изи лохов. Это прыгает на меня, как бешеные гниды. Ну это изи каточка. Типа все или что? Так, продолжаем. Чё нам не везет там, да, не везет. Вы завершили русскую кампанию. Хорошо. Изи. Теперь у нас какая там идет? Не помню. Мы где-то в пустыне, что ли, будем мочиться. Я просто вспомню это все. Диверсионный рейд. Северный Египет, во. Упс, 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 вас много. Я понял, пацаны, вы круто. Крутые. Так, вторым оружием, что у меня там? О, говно. Десантура, пацаны. А, нам все равно туда надо было, окей, понял. Еще есть. Гранаты изменились. Не сегодня, пацаны. Брат, я тут. Тупец. Макгрегор. Так, сюда. Так вот. Соло. Бежим, 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 быстро. Пока не убили. А, это на... Не, не наши.
Все. Все, патроны кончились. А, это наши, блин. Сорян. Давай, взрывайте, кто там? Минное поле, типа. Все патроны в никуда. Ох ты, как ты спрятался, а? Прям сверхразум. На тебе за тупость по голове. Так, так, так. Идем в обратку. Ага. Ну я так понимаю, мы выполнили это задание, так скажем. Это прайс, так ведь? Да. Старый добрый прайс. Ладно, давайте выполним последнюю миссию. Я думаю, на сегодня мы закончим первую серию прохождения. Держать оборону. Северный Египет, 29 октября 1942 год. Я ничего не вижу. Так, стоп. Сейчас мы попробуем графика. Яркость немного подубавить. Не, ничего не видно. Ну ладно. Так же все. Ладно, выкрутим яркость на фул, чтобы вам все видно было. И погнали к нашей контрольной точке. Это вроде работает, так ведь, да. Нет. Так, наши. Где вы, гниды, выходите? А, теперь там, окей, я понял. Блин, тут серьезно бегать нельзя. Блин, так неудобно. А ты чё тут? Пошёл в жопу.
Все, убили. Так, бежим. У нас задание следующее. Защитите северную часть города. Просто смотрим на карту, двигаемся по ней. Вон они бегут. Чё это? Стоп. А, это пулемет юзнуть. Никого не видно, смог. Ладно, давайте с пулемета их тупо расстреливать. Или уже занято. Нет, здесь нельзя просматривать левую часть. Поэтому будем как-то без пулемета справляться. Ой-ой, сзади гнида. Так, где танки? Танки нужно, да, смотреть? Где танки? Вон, вижу. Не взорвал, что ли? Так, ну давай, останавливайся. Так, взорвал один. Вон еще один. Вон даже два. Огневая задача! Четыре, два, вот прием! Смотрим, сможем двоих забрать за раз. Так, двоих вроде, да? Хорошо. Где он? Где? Вон он. Да нет, там не один танк, два. Не вижу. Ну, остановись. Вон там еще один. Как это? Они не попали по нему? Чё? Ну а всё, он уехал. Тут уже поднялся кто-то откуда-то. А вот, прям вам сюда закину, дружки. Всё, я думаю, всё. Все, отлично. Пошел ты, козел. Так. Ты че, падла? А вы че, падлы?
А, еще один, что ли, танк? Там же все вроде убили все. А, вон. Огневая задача! 5, 8, 3, прием! Все, ура. Все, защитили. По идее, прошли эту миссию. А, вон еще один. А, это наш уже. Так ведь? Да. Такие легкие танки. Это наши. Все, победили. Ну что ж, на этом, я думаю, мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока.